На площадку выходит итальянская гимнастка София Рафаэли. Вот ей досталась очень сложная миссия. Эта гимнастка одна представляет Италию и выполняет все четыре упражнения. А какая сложная миссия у ее тренера Джульетты Канталупи, которая занимается не только с юниоркой, но и с девочкой, которая лидирует в сеньорках, Еленой Балдасари, а также вместе со своей мамой и бывшим тренером Кристиной Гюровой? Да, Кристиной Гюровой ведут групповые упражнения. Среди юниоров, которые мы еще увидим с вами. Очень насыщенная композиция у итальянской гимнастки. Вот она тоже демонстрирует, как может выполнять сложнейшие прыжки в серии. Затем сразу следуют различные типы мастерства со шапе, с вращением. Тут же идет риск с броском скакалки. Все очень быстро и стабильно. Такой необычный бросок выполнила гимнастка, где скакалка должна раскрыться, как будто бы это обруч. Со входом должна была состояться ловля, но, к сожалению, не все ей удалось. Обидная потеря на элементе с риском. Но гимнастка рисковала и сделала очень сложные элементы. Великолепно выступила она на прошлогоднем чемпионате Европы в Гвадалахаре. Большим пиететом относится к своему тренеру, очень хочет быть похожей на нее. И всеми силами нацелена на Париж 2024 года. Ну, есть задача минимум или максимум, как лучше сказать, это... Ну, очень жаль, что итальянская гимнастка сделала потерю в элементах с риском, потому что эти элементы дают большой вклад в оценку, но, который